Дорогой главнокомандующий, мы находимся в комнате боевой славы соединения, которое является центром патриотического воспитания военнослужащих. Это реальное боевое знание. Это мы были, нас выбросили в этот запасной район зимой. Это за границу куда, наверное? Да, неожиданно выбросили. У меня где-то есть такая фотография. Здесь этот спортивный городок обеспечивает по емкости до 500 человек. То есть механизированный батальон СНРовский в полном составе может проводить занятия по физподготовке. Мне надо именно это. Это мы вам сейчас поможем перешить. Сколько он стоит? 80 тысяч белорусских рублей. Новое оборудование. Товарищ главнокомандующий создает продукцию нашего военно-промышленного комплекса. Во время проведения учений «Щит Союза-2015» данная станция совершила марш своим ходом по маршруту Колодище, полигон Струги Красной Псковской области и обратно, и обеспечила устойчивое управление командующему силами спецопераций вооруженных сил нашего государства. Как по БСМВ и есть одноразовая РПГ-18, РПГ-22. Родной. Шайтан труба. Это первое мое оружие. Я гранатометчиком был. Срочной службы. Не, ну, я первое оружие. Гранатометом. Учебка закончилась. Мне уже дали автомат. Хорошая штука. В мире лучше никто не придумал. Товарищ главнокомандующий, руководитель на учебном месте, полковник Учук, здравия желаю. Товарищ главнокомандующий, на данном учебном месте вашему вниманию предоставляется вариант выполнения тактических стрельб. Александр Учук, бой готов. Самый бой готов. Попал. Пять? Точно. Хорошая стрельба. Какое оружие? КСС. Который говорил, что лучше всего с него стрелять. Первый раз. Здесь сколько было? Кто стрелял? Я стрелял, почему было? Сколько патронов? Шесть. Четыре, шесть, шесть. Там была пушка. Ухо оторвало. Ну тоже кушали. Перед вами находится легендарная снайперская винтовка СВД, состоящая на вооружении Советской Армии с 1963 года. Винтовка является личным оружием снайпера, позволяет поражать одиночные замаскированные цели на дистанции до 800 метров. Калибр винтовки 7,62 мм. Емкость магазина 10 патронов. Оператор мишени. Есть. Решите передать вам памятный сувенир с шевроном нашей бригады. И я вас уверяю, что гвардейцы 120-й бригады вас не подведут. Спасибо.